Итак, добрый вечер, дорогие друзья. Дело в том, что мы сейчас присутствуем на выпускном 3-й гимназии. Мы в рамках программы «Чрезвычайное происшествие» хотели бы... Как вы боретесь с этим недугом? Мы не боремся. В нашей гимназии нет проблем с алкоголем. Был какой-нибудь вот случай за эти 11 лет, который вот достоин того, чтобы мы сейчас его рассказали всем тем, кто нас смотрит? Какой-нибудь случай, да? Наш одноклассник, наш друг выиграл в ученике года 2017. Качев Илья. Как это ему помогло? Он победил! Ребята, делайте баннера и побеждайте! Любимый ваш преподаватель? Галина Анатольевна Соболевская! Скажите мне, пожалуйста, за что вы любите Галину Анатольевну? Она самая добрая и понимающая. Какой совет тебе дала Галина Анатольевна? Вот последнее. Не расстраиваться по пустякам и идти к поставленным целям уверенно. Быть самыми первыми и не сдавать своих позиций. Небо поможет нам! Небо поможет всем! Небо нам обязательно поможет! Это были выпускники 2017-го! Boy, you get me so high, buzzing like a beehive. Just a little kiss, but when it hits my lips, I'm sipping on sunshine. Boy, you're looking so fly, hotter than July. I just wanna stay forever and a day, sipping on sunshine. Down at the beach, you're holding my hand, got an umbrella stuck in the sand, watching the waves crash into the shore. Baby, I want some more. Blowing my mind, you got me up on cloud nine. Just a little taste, I wouldn't wanna waste a sip of that sunshine. We can kick it all night underneath the moonlight.